Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру Tower Conquest, восстать из мертвых. Нет, спасибо, мы не будем здесь ничего донатить, ребята. Ну что, давненько мы в нее не играли, очень давно, если честно, ребята. Здесь много чего изменилось, ну давайте, наверное, все по порядку. Во-первых, у нас появились здесь ежедневные испытания, и они очень и очень сложны, поверьте мне. Или же, наверное, я пока еще слишком слабый. Ну, мы начнем по порядочку, с квестов забираем. Так, больше пока ничего у нас нету. С тренировки забираем своих, ребята, бойцов, как обычно. Так, и сразу же отправляем заново, естественно, чтобы все это было у нас без перерыва. Так, отлично. Дальше, что у нас в магазине? Давайте глянем. Ну, этого бесплатно мы заберем, это понятное дело. Так, здесь этого не стоит брать. Да ладно, неужели у меня нету терраконового воина? Что-то вы, по-моему, мне здесь немножко завираете. В любом случае... Ладно, хорошо, давай купим. Так... Хотя бы открыть, ребята, нам его. Все, замечательно. Теперь он у нас появился. Армия, да-да-да, я знаю, что у нас терраконовый воин должен появиться. Где он? Вот он. Я, честно говоря, думал, что он у нас уже есть. Но нет. Почему-то только сейчас я его разблокирую. Единственное, что я думаю, стоит ли нам его прокачивать? Ну... Можно, в принципе, маленько. До 35 уровня, я боюсь, у меня не хватит голды. Да, практически все. Да не надо мне этого, чтобы получить золото. Ну что, в принципе, пока и все здесь. Нам, наверное, надо, ребята, или идти на основную сюжетную линию в бой, или все-таки сбегать на арену. Давайте-ка посмотрим, что нам предоставят на арене. Так, противник найден. И это 12 уровня всего лишь-то. Ой, какая Дианочка. Ну что, Диана, давай мы с тобой немножко подеремся. Посмотрим, кто кого. Значит, у тебя Биша, показывается, здесь есть, да? 12 уровня. Ну, хорошо. Давай, вообще-то, по большому счету, ребята, это слабенький противник нам достался, он 12 левела, поэтому я не думаю, что у нас будут какие-то с вами проблемы в плане того, чтобы здесь победить. Я вот даже сейчас элементарно просто вызову вот этого вот маленького робота с циркулярной пилой и посмотрим, как он разорвет Франки. Да, просто в хлам его. Ой, да у нее еще даже и бойцы-то не прокачанные. Ну, о чем тут можно вообще говорить? Не знаю, ребят. Чик, все, падает, и, да, уничтожаем базу, как вы это прекрасно видите. Продолжить. Кстати, неплохой вариант для заработка денег. Подождите немножко, мне кажется, такое ощущение, что нужно немножечко прибавить громкости, как-то все тихо. Так, секунду. Вот так вот, по-моему, будет получше. Ну что же, продолжаем, наверное, с вами бой на арене. Так, найден противник, и здесь опять 12 уровня. Да ладно, Кирилл. Кирюх, здорово. Блин, я же, кстати, по-моему, трачу с вами энергию. Если мы сейчас здесь с вами довоюемся, я уже не смогу пойти на основной свой сюжет. Хорошо, ладно, давайте сейчас посмотрим. Еще, наверное, боечек сделаем. Если действительно у нас... Ну, по идее, за арену мы не должны ничего тратить. Давай-давай-давай, жарим этого самурая. Вик, готов. Франки пошел. Ага, ага, куда полетело? Оп, на место, к папочке. Робот даже просто не успел долететь до моей базы, как мы его разбомбили. Так, ежедневное испытание. Давайте хотя бы глянем, что нам сегодня предложат разработчики. Какое задание у нас будет. Так, солдаты выигрывают битвы. Никогда недооценивайте их. Так, время битвы 2 минуты. Способность Tower недоступна. Битва 31 карточка бойцов. Награда, вы представляете? Так, ну что, давай посмотрим. Ну, ё-моё, 36 уровень, а мне кого дадут сейчас на выбор? Ну что же, ребята, мы видим, что мне доступны всего лишь 2 уровня, 12, 2, 5 и 26. Но как вот я этими ребятами, извините, должен противостоять вот этим 36-уровневым врагам? Ума не приложу, поэтому я не пойду, естественно, сюда пока. Ладно, пролетаем мы с этим делом. Ну что же, тогда у нас выбор невелик, и мы пойдем с вами в основную сюжетную линию. Да, ребята, именно сюда. Так, и вот здесь вот я остановился. Ну что же, 37 левел против моих 35. Ох, это будет, ребята, нечто.
Это будет очень больно. Мне вот этот вот чувак не нравится, служитель тьмы. Он медленный, уязвимый боец, но высасывает силы из врага и наделяет ими соратников. Ай-яй-яй-яй, будет очень больно, поверьте мне. Пойдем этим отрядом, или же нам лучше вот этим рвануть? Ты тут 35-е. Вообще никуда не годится. Тут слабенький, только лишь начинающий. Ой, слушайте, будет очень больно. Но мы попытаемся с вами, да? Была, не была, чем мы все время легкая да легкая. Надо что-то и посложнее попытаться нам пройти. Ах, будет сейчас жарко. Блин, у меня вот этого вот надо было заменить. Вот только сейчас меня, ребята, осенило, что он здесь вообще... Вот этот вот на цапле, он никчемный, блин. Ай-яй-яй, и ведьма здесь еще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ёшечки. Да, ребята, будет очень больно нам, поверьте. Ай, давай-давай, кого бы мне сейчас вызвать, не знаю. Мне бы, конечно, хотелось бы своего скелета призвать, но, боюсь, мы не дотянем. Так, бомбим. Ух, ладно, хотя бы так сделали. Фиг с ним, главное, что... вот он идет. Тьма поглотила меня, блин. Ну, пошел, родной, давай, наказывай их тут всех. Так, вызовем тебе помощь. И будем дальше, ребята, поднимать себе максимальный запас манны. Хорошо. Давай, вжарим его хорошенько. О, он тоже вызвал, ребята, он тоже вызвал себе такого же. Ай, тут, как говорится, кто кого. Да, естественно, он меня здесь, ребят, выиграет. Ну, а мы вот так вот. Пиу. Нам же нужно как-то, ребята... выкручиваться из этой ситуации. Ну, есть. Тоже порвали. Замечательно, шикарно все выходит, ребята. Так, Франкин, ну, мы знаем, он довольно крепкий парнишка. Никто даже спорить с этим не будет. По времени нам нужно уложиться, не забывайте, по времени, чтобы получить все бонусы, которые здесь будут нам доступны, ребят. Давай, 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 цапля, пеликаша. Как тебя там, я не знаю, как назвать. Тигрица, выходи. Так, денежку нам дали. О, неплохо, я фаерволом, ребята, использую. Все, нормулька пока. Давай, Франк против Франка. Я знаю, что мой Франк должен здесь выиграть. Циркулярка, выбегай. Главное, чтобы он не успел наплодить. 43 секунды, ребята, 43 секунды. Я еще маны себе подкоплю. Блин, длиннорукий скелет этот. Ленивец хренов вылез. Ну, 31 секунда, ребята. Эх, где мой фаербол? Давай быстрее, копись. Тигр, выходи. Ох, башня-то у него довольно... А, нет, ребята, все, пошло дело на поправку. Фаербол, я выстреливаю и... Да, вот она, ребята, долгожданная моя победочка. Мы получаем с вами карточку Франки. Фух, бабосики, и полностью, полностью все бонусы. Продолжаем, ребята. Отличный был бой, мне понравился. Достается нам сундук, и мы, естественно, будем ее вскрывать и смотреть. Да подожди ты, не это, зачем ты так шутишь со мной? Сундук нежити. Ну что ж, неплохо, 4500 монет, плюс нам дали 8 карточек на моего скелета и 8 карточек на усиление моей башни. Так, ребята, а здесь будет, ну, поначалу все будет легко. Какого фига легко? 37 уровень, и вот эти вот самураки, это жесть какая-то. Ладно, ребята, ой, а у нас и энергия-то закончилась, как же так? Ну, здесь еще есть 3, поэтому, наверное, нам придется, ребята, идти вот этой вот командой. Выбора другого нету. Так, ладно, ниндзя вот эти вот, они противны тем, что они, ребят, звездочками метают. И причем довольно быстро, как-то мы так рядышком все стоим. Надо бы немножко было поодаль. Воу-воу-воу-воу, самурайка вышел, а я своего танка. Ну и кто кого. Вот они, вот эти вот самурайки бесявые, давай-ка мы... Ничего себе разбор полетов, ребят, вы посмотрите. Ой-ой-ой-ой-ой, ну взрывайся. Хотя бы так. По-моему, мне здесь кронтарики, ребятушки. Ничего у меня здесь, наверное, не получится. Спорить не будем. Слушайте, но пока вроде бы неплохо. А кто подбил-то моего... моего зомби, блин? Я так и не понял, ребята. В чем сейчас был подвох? Да подожги ты этого самурая. Так, давай, выходи. Блин, все-таки у него самурай мощнее, чем мой танк. И вот еще благодаря, ребята, тому, что... У него вот это вот ниндзя со звездочками. Даже не знаю, по-моему, здесь мы проиграли с вами. Так, я вызываю. Пускай присасывает. Еще одна карточка нам достается. Как-то армия у меня не ахти собрана, ребят. Ну, отлично, хотя бы так.
Да-да-да-да, машет он там своими лаптями. Но в любом случае, всех бонусов нам уже не получить, потому что мы получили повреждение по базе. Давай, выходи, зомби взрывной. Присасываем, присасываем. Отлично, шикарно получилось. Ну что же, остается только, ребят, продержаться. Да и уничтожить базу вражескую. Так, подожгли его. Давай, оборотень, выходи. Оборотень чем хорош, ребята, что он первую цель перепрыгивает. И, естественно, он может, если идут, например, танки, а сзади стоят лекари, он перепрыгивает танков и уже уничтожает лекарей. Вот в этом, в принципе, вся его и фишка. Да, вот это мы не получили, потому что нам досталось по нашей базе, как бы мы это ни старались. Ну что же, это все можно будет попозже исправить. У него самурайка трехзвездочная, 38 уровень, ребята, ну это просто жесть. Вот верьте мне или нет, это будет очень сложно. Я могу как-то энергию, может быть, за рекламу посмотреть, нет? Ну таким отрядом, ну я не знаю, ну как вот идти? Есть, конечно, у меня, знаете, что идейка сейчас в данный момент возникла. Если я уберу отсюда лучницу, да, и поставлю сюда вот этого вот паладина. Вы прекрасно должны знать, что он, в принципе, хорош. У него очень хорошая стойкость. И я думаю, что, наверное, все-таки в этом есть смысл. У него 375 атаки, а если мы смотрим... Да, лучница в разы проигрывает. Так, давайте-ка поменяем мы, наверное, с вами состав. Я уже забыл, где он меняется у нас. Я буду ставить этого паладина к себе. Так, квесты тут у нас выполнены. Так, тактик. Естественно, забираем. Друзья, что друзья? Так, а, собрать все. Давайте, конечно же, соберем. И вышлем подарки. Тоже собираем, да собрать нужно. Так, вроде бы все сделали. И где же? Вот здесь вот нам нужно, ребята... Подожди, мне нужно поменять составы. Это у нас в армии, по-моему, делается. Или не в армии. Вот что значит давно ядреного ж не играть. Эй, запамятовал. Как же делать-то? Вот здесь вот, по-моему. Да, ребят, вот здесь это делается. Так, мы меняем с вами вот здесь вот. Лучницу мы убираем. Лучницу мы убираем. А по-моему, нифига у нас не получится, ребята. Смотрим, кто нам доступен. Так, паладин должен быть где-то. Где же наш паладинчик-то? Так, 32 уровень самурая, слабенький. Не здесь, по ходу дела. Так, терракона брать не хочу я. Где мой паладин? Я что-то не могу понять. Почему мне его не показывают? Вы видите, я нет лично, ребята, что-то как-то... Первого уровня нежить. Его даже почему-то в списках нету, да? У меня. Странно. А как же я должен его, например, взять? Если я хочу взять его, и мне почему не дают? Не дано тебе, типа, сынок, да? Сиди на месте и не пыхти. Блин, вот это плохо, ребята. Ладно, давайте тогда возьмем. В принципе, вот этот как танк тоже хорош, чувак, этот пришелец. Можно его попробовать завербовать. Давайте попробуем. Ну, это в любом случае лучше, чем лучница. Да и зомби тоже, наверное, не помешало бы поменять. Да иди ты, лучница, от меня подальше. Может быть, рыцаря поставить 33 уровня. А что? Он довольно хорош. Нет, все-таки мне придется зомбаря, наверное, вернуть. Никого нету больше, ребята, из достойных. Так что... Ух, в бой. Следующий бой у нас, ребята, с вами. И, да, нам придется здесь, наверное, отгребсти. Ну, мы посмотрим. Так, погоди-ка. Этих мне не нужно брать. Мне вот этот давай отряд. Так, у нас трехзвездочные практически все. Может быть, мы с вами, кстати, здесь и выиграем. Главное все это успеть. Расстояние, ну, довольно приличное. Так, нужно вызывать. Кого вызывать-то будем? Давай, наверное, вот этого. Да, он же, по-моему, посильнее. Нет, смотри-ка.
Ну, давай. Блин, зомбаря придется вызывать, ребята. Черт, опять начинается разборка на моей территории. Есть. Подорвали. А ну-ка, ураганчиком, вот так вот, чтобы не мешали здесь. Блин, вы посмотрите на эту самурайку, а. Как она жарит. Больно очень. Давай ты вызывай, ё-моё. Так, как ты медленно идешь, как ты медленно идешь. Ну, бум, накрыл ее, молодец. Так, этого самурая тоже надо гасить. Зомби взорвался, отлично. Нам карточка даже досталась. Так, оборотень пошел. Пошел, родной мой. Перепрыгивай и самурайку эту колбасит. Вот о чем я вам и говорил. Чем хорош оборотень, ребята. Но против танков, естественно, ему не устоять. Поэтому он тут упадет у меня. Ладно, есть у нас присоска. Я пока ее не буду тратить, ребят. Я хочу вот вызвать свою главную. Давай, пора. Наступила твоя очередь. Но, ребят, нужно ее прикрывать. Потому что на данном этапе ее легко сейчас завалят. Ну-ну-ну-ну, не подходи, не подходи. Так, защищаем как можем, ребят. Ага, хорошо, пока все идет. Фух, продвигаемся потихонечку, продвигаемся. Так, вали-вали ее, молодец, оборотень. Так, у нас есть, ну ладно, применим, так уж и быть. Опа. Так, давайте еще вызовем живой щит. Заморозочка есть. Заморозили. Отлично, в принципе, ребята, у нас все шансы на победу. Просто... просто изи. Да. Девочка моя все решила здесь. И я ей очень благодарен за это, ребята. Ух ты, денежки получили, опыт получили. Новый уровень, 36-й. Ребят, я нас всех поздравляю. Это очень классно. Получаем с вами... ах, полностью энергию. 13 кристаллов, гемов, рубинов, как хотите называйте. И 54 голды. А это говорит о чем? А это говорит о том, ребята, что я сейчас смогу повысить уровень, да? Хм, красота-то какая. Так, подожди, начнем вот с этой, с нашей героини. 7000 сразу кануло в лепту. Здесь тоже по максимуму, естественно, ребята. Так, вот этого тоже придется прокачать. Кстати, согласитесь, что Страж здесь очень даже хорошо сыграл и проявил себя. Так, зомби, родной ты мой, придется и тебя, естественно, подкачать. И также башню, это даже говорить не надо. Башня — это наше все, поэтому ее нужно улучшать. Так, ну и жаба с молотом. Ребята, это жаба с молотом, вы представляете? На самом деле это какой-то пришелец. Обычный захватчик-воин. Ну, обычный и необычный, но нормально он все делает. Отлично себя проявляет. Так что не надо говорить, что это дрич какой-нибудь. Ну что же. Я думаю, что можно, наверное, дальше пойти. Вот здесь тоже надо бы ребят прокачать малька. Они все-таки постарались. Кстати, у нас же левел, да? Ой, не левел, мы левел получили. И у нас энергия вся восстановилась на всех пачках. Так что, чем мы тут, ребята? Мы сейчас возьмем эту пачечку и, естественно, будем дальше ей играть. Так, в бой. Смотрим, открывается у нас здесь. И кто? 37 уровни, да? И вот эта вот жаба. Ну, вот как вариант можно заменить, но стоит ли? Хотел давно посмотреть, кто круче, самурай или Франкенштейн. Поэтому у нас выдается с вами такой эпический шанс, возможность это, как говорится, сравнить в эпической битве. Так что, ребята, ждем и будем сейчас разруливать тут, как говорится, всю эту ситуацию. Так, нам нужна энергия, естественно, по максимуму надо. Так, вышел, вышел, ждем Франки. Вот сейчас один на один, и мы начнем смотреть. У него три звезды. Кто кого будет наказывать сильнее. Ребят, мой чуть-чуть, по-моему, бьет сильнее. Но, как видим, здесь самурайка вышла, которая начинает тут своими этими пулять. Сюрикенами. И вот этот вот удар у самурая, который убийственный, конечно, он меня очень сильно напрягает. Отличненько. Все, шик и блеск. Ага. Да что он, черт, каждый, что ли, будет бомбить? Суперудар с добиванием делать. Давай-давай. Цапелька моя, молодец. Франк все-таки очень хорошо держится. Молодец, мне нравится. Так, тигр. Тигр, конечно, не очень силен в броне, но он очень хорош по атаке, ребят. Очень хорош. Так. Давай-ка фаербольчик зарядим. Там посмотрю. Ого.
Вот он, мой красавец, вышел. Сейчас будет тут наказывать их. Всех этих неверных нищебродов. Давай, давай, я жду, как говорится, хороший удар твоим молотом. Нате, получите, гады. Бедная черепаха там сразу отдуплилась. Просто в ужасе упала. Сказал, кто это? Кого он вызвал? Я к этому была не готова. Перевернулась на спину, поджала лапки и погибла. Ребята, да, победа за нами. Был выбор мой все-таки очень и очень хорош для этого битвы. Так, ну что же, продолжаем, естественно. У нас открывается, хочу этот сундук получить. Так, здесь какой левел? Да ладно вам, 39-й уже пошли. Ну, офигеть просто. Просто офигеть, ребят. Но у меня нет выбора, мне придется драться. Ой-ой-ой-ой-ой. Это будет очень-очень тяжело и эпично, блин. По-другому уже это не назвать. Воу-воу-воу-воу, бежит, бежит первый хламон. Ну давай-давай, Франки, выходи. Этого я должен, в принципе, элементарно убрать. Отлично. Так, давай циркулярочка. Блин, ну этот гад уже будет сильнее меня. И бомбить он... Так, вот хорошо, что циркулярка погибла и выпустила свою пилу, как говорится, на дорожку. Этот шанс очень маленький на срабатывание. Так, иди отсюда, будет он мне здесь махать своим мечом. Так, циркулярочка, выходи. Так, 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 давай, 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 давай. Разруливаем, разруливаем. Блин, да что ж такое-то? Да как же так-то? Ох, как же они проходят. Ты посмотри, ребят. Вообще практически на изи. Мне нужен обязательно фаербол. В срочном просто порядке. Ну, тигр даже не успел, ребят, ничего сделать. Выпускаю я, короче. У меня другого выбора не было. Мне пришлось так поступить. Ах ты, как же здесь... Оу! Пес напугал моего танка и бежит за ним. Выстоим, нет? Щекотливая довольно ситуация, ребята. Очень щекотливая. Да ты достал уже со своим вот этим добиванием. С какого нафиг ты перепуга-то все время его делаешь? По-моему, база у меня получила. Да, база получила, ребята, урон. Нате все, вонючки. Так, пса мне дали. Так, добьем. Выпустит. Не выпускает он, ребят, циркулярную пилу. К сожалению. И да, наверное, мы здесь с вами... А, нет. Нет. Как-то чудом мы умудрились здесь выиграть. Ну, как выиграть, ребята? Все благодаря тому, что у нас, когда тигр погиб, он сделал свою спецатаку. Выпустил своего огненного этого тигра. И тот, естественно, прошелся по ряду, уничтожив их тут всех. Выпускаем фаербол. Вот так вот. Согласитесь, тут эпическая битва. Тут слова излишни, тут надо просто смотреть. Да вы посмотрите, с каким шансом у него срабатывает вот это добивание. Ребята, это нечестно на самом деле, блин. Каждый самурай практически срабатывает с добиванием, блин. Этот шанс очень мал, вообще мал. А у него практически каждый самурай добивание делает. Офигеть, блин. Ладно, хотя бы так. Хоть прошли, и на том, блин, спасибо. Ой, продолжаем, конечно, ребят. Жесть какая-то. Ну что, последний бой у нас перед сундучком. Епарасете, тут не хватало вот этого. Тут ему доступен уже будет босс. Угу, 38-й. Но он двухзвездочный. Тут двухзвездочный. Слушайте, тигр как-то здесь себя плохо показывает, если честно. А может быть, нам попробовать вот этой вот почулей сыграть и посмотреть, как будет. У нас здесь... Оборотень, который перепрыгивает. Вы сами прекрасно видели, что делает вот эта вот говнюха. Стоит сзади и бомбит. Поэтому можно рискнуть. Я так, наверное, и сделаю. Главное не дать, чтобы он призвал этого своего главного чувачка, который, по-моему, если не ошибаюсь, воздухом там сдувает своего мешка воздушного. Так, будем сейчас. У нас есть зомби, который наносит довольно приличный урон. Причем всем. Так, хуя, ты вышел, да, говнюк? Ты вышел. Так, давай, давай, давай. Вызываем стража. Страж, ты, главное, не подведи меня. Бомби. Отлично жарит. Вы посмотрите, просто хорошо. И довольно неплохо держит урон. О, ребята, тут есть шансы. Вот так вот мы сейчас сделаем с вами.
Это было великолепно просто. Так, двигаемся дальше. Готов. Жаба, уходи, заморозочка. Оп. Извини, родной, тебе придется немножко постоять и подумать над своим поведением. Ах ты! Ах ты, черепаха мелкая. Мелкая говнюха. Ну давай ты. Вот, он уже вызвал. Ё-моё, ребят, он вызвал басяру. Блин, а я-то успею. Наверное, нифига не успею. Ну-ка, давай вот так попробуем. Так, карточку даем. Вызываем тоже. Мы же не лопушки какие-то там, да? Черт, он сдувает, ребят. Он сдувает моих юнитов. Говнюк этот. Оу, напугал. Пес напугал все-таки. Так, я не помню, где у меня это. Я же ее призвал, ребят. Куда она делась-то? Что за дела-то? Я специально подождал, поднакопил магии и вызывал. Вот. Выходи давай. Сколько можно ждать от тебя? Так, она идет. Ее нужно прикрывать обязательно, ребят. Зомби, давай, 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 выходи, родной там. Ну, мы будем атаковать или нет? Или будем, блин, смотреть? Есть, мы его подбили. Хе-хе, нищеброд, ничтожество. Просто-напросто. Давай, вот теперь стражи у меня пойдут. Ух, вот так вот оборотень поступает со всеми невеждами, которые там сзади из-под тяжка стоят и бомбят втихаря. Так, по времени, ребята, еще 20 секунд. Ну, уложиться бы нам было бы вообще замечательно. Получится, нет? Успеем, нет, ну. Напряглись. Давайте, 10 секунд осталось. Ну, жарим, жарим. Да ё-моё, тут враги появились. Так, мы их положили. И, да, ребята, на изи. С полным комплектом бонусов мы проходим, ребята, и получаем сундук. Давайте-ка глянем, что нам здесь выпадет. Сундук нефритовой империи. Ну, в принципе, годно. Годно, ничего не могу сказать. Эх, ребятушки, вот у нас с вами и дилемма. Один из карточек на оборотня мы получили. Прыгун. Или нам сразу отправляться в портал, или мы можем попробовать, ребята, сделать зачистку вот этих вот территорий. Вот эту вот, например, что тут у нас? А в чем проблема здесь? Я так и не понял. Вроде бы ничего такого сложного здесь не было и не должно быть. Давайте-ка мы с вами попробуем, наверное, переиграть. И я должен здесь справиться. Была не была? Поехали. Давай, 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 быстрее загружайся, продолжим. Так. Значит, мы воюем против пришельцев здесь, ясно. Тут у них есть такой один вредный пришелец, который забирает любого юнита с одного раза. Это такой марсианин. Вот он, вот он, вот он, гад. Тю, забрал все-таки, а, вонючка. Так, а вот это, по-моему, жесткий паренек, да? Ого! Неплохо, он так припечатал. Ну-ка. Ага, у него, оказывается, еще есть дополнительный щит. Ну, в ближухе он ватный, как я вижу. Эй, да, оборотня, забирай оборотня, хорошо. Ага, у него тоже есть, ребята, страж. Но, как мы видим, он не такой прокачанный. Мой, наверное, будет все-таки получше. А этот вешает щиты. Дополнительную защиту, да? Угу, так и есть. Хорошо. Вызываем боевую жабу. Достали вы уже здесь. Так, что? Блин, пришелец летит. Заберет сейчас, да? Нет, пролетел. Да хорош ты, какого лешего моего стража похитил? Эй, почему ты не стал брать жабу боевую? А именно... Нифига он. Ох, как... Блин, да ладно ты. Что это такое? Что тут происходит? Давай, зомби, выходи. Ах ты, он же вызвал уже босяру. Ёпрасоте. А я сижу тут, любуюсь. Как это я так пропустил такой момент, ребята? Не углядел. Не углядел я, к сожалению, этого. Ну, давай, 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 давай. Отлично. Ой, что я сделал? Я же хотел призвать ее, ё-моё. Ну, энергия, копись. Давай, родная, ты мне нужна. Сейчас или никогда. Блин, опять мы, по-моему, с вами, ребята, не получим. А, мне, в принципе, этот бонус и не нужен. Мне нужно уложиться по времени, но, опять же, ничего, по-моему, не получится. Заморозочка. Экс. Хе-хе, далеко собрался-то. А, олух. Подбили. Блин,
Из-за времени не получится, ребят. Только лишь в этом вся проблема. Даже оборотень у меня не поможет, хоть он и перепрыгнул. И начинает уже потихоньку базу бомбить. Да, совсем капельку не хватит. А так все было хорошо. Блин, ну. Да, к сожалению, не прокатило. Теперь я понял, почему мы там проиграли. Я не уложился по времени, ребята. Хорошо, будем знать. Это, в принципе, можно переиграть все. Ну, базу-то бомбите уже. Это все, ребята, из-за того, что вот этот мелкий пришелец похищал моих юнитов лучших. И, соответственно, из-за этого я только не успел. Да, давайте еще разочек мы, наверное, с вами переиграем. Но в этот раз мы... Нет, здесь, я думаю, хотя... Нет, здесь мы все-таки за счет стража... Блин, я даже не знаю. Попытка, не пытка. Ладно, попробуем, ребята, этой командой, этой почулей пройти. А вдруг прокатит. Так, давайте развиваться по-быстренькому. Так, кого нам вызываем, наверное, сразу Франкенштейна для начала. Вот так вот. И циркулярку сразу же. В довесок. Так, ага, кого похищает? Давай вот эту циркулярку. Молодец. Отлично было сработано. Так, как бомбишь ты? Ну что же, Франки довольно неплохо, как мы видим, бьет. Так, у меня фаербол накопился. Давайте вот так сделаем. Так, деньги куда полетели? Ага. Ха-ха, циркулярку. Ради бога. Блин, зачем же я фаербол-то потратил? Ё-моё, не то немножко сделал. Что же, будем копить, ребята, на своего супер мощного бойца. Сейчас будем его вызывать. Пошел, родной. Твой выход. Слушайте, да мы здесь вообще на изи прошли вот этой вот командой своей. Ты, квест завершен, командир. Понятно. Так, здесь вроде бы все нормально. Здесь, вот здесь у нас два непройденных. Хорошо. И здесь два, черт подери, у меня энергии так не хватит. Ну, в чем здесь-то проблема у нас? Ага, здесь, наверное, из-за грифона, скорее всего, ребят. Хотя я могу и ошибаться. Грифон такая штука, что его нужно контрить постоянно. И даже не знаю, кем начать тут играть. Вот тебе и незадача. Нам нужен стрелок какой-то, который бы мог уничтожать грифона. Значит, выбор тут, наверное, очевиден. Ребята, нам придется убрать, скорее всего, оборотня. Да, оборотня мы, если с вами уберем и поставим, предположим, лучника, то, возможно, мы пройдем эту карточку. Давайте-ка, наверное, попробуем мы с вами это сделать. Потому что здесь, скорее всего, да, из-за того, что грифон у нас вылетает, я не смог пройти. Сейчас мы с вами проверим. Так, тут у нас что-то выполнено. Отлично. Так. Вот здесь мы... Нет, не здесь. Вот здесь. Подожди, ё-моё, чё путает-то? Вот здесь вот. Давайте убирать оборотня. И смотрим, кто у нас вообще есть. Вот, лучник. Давайте вот так вот сделаем. Ну что же, как говорится, была, не была. Ой, ё-парасоте, я забыл. А, нет, фу, ты успел, успел, ребята. Лучницу-то тоже же можем повысить. Чуть было это дело не прозевакал я. Вот так вот. Все, теперь поехали в бой. Где у нас тут? Вот это, да, значит? Понятно. Вот эти вот паладины трехзвездочные, конечно, очень жесткие, ребята. Так, давай. Нечего тут тупить. Вызываем, я не знаю, он сейчас будет с паладинов начинать, я вам точно говорю, поэтому нам нужно вызывать как можно быстрее стражей. И стражей, наверное, будем прикрывать с вами. Нет? Ты смотри, он вызвал грифона. Кто кого? Ага. Ты нифига ты там даешь. Тихо, куда? Все, вызываем стража, ребята. Ну, тут нужно контрить, обязательно контрить. Хилка, блин. Хилка — это плохо, ребята. Она будет постоянно... Так, еще один гриф летит. Начинает вжаривать, а.
Ну давай, лучник, бомбани его хорошенько. Давай, давай, давай. Он сейчас будет катапультироваться, ребята. Нет, даже не успел пикнуть мне. Это хорошо, это замечательно. Ну, стража, вы посмотрите, как этот паладиныч разбирает. Просто мощь. А ну-ка, идите сюда поближе. Поближе, поближе. Вот. Теперь, я думаю, пойдут у нас, ребята, дела. Тиу! И лучники мои погибли, блин. С одного удара этого грифона несчастного, а. Хорошо, давайте будем пробовать удержать позиции. Отлично получилось. Вообще шикарно. И бомбим базенку. Уже, как говорится, да, ребята. Ну что же, поздравляю нас. Как видите, прекрасно все здесь у нас сработало. Тактика моя на 100% здесь успешна. Так, и переходим. Что ты мне здесь показываешь? Мне не надо пока здесь урчать, потому что мы еще не все здесь прошли. Здесь отлично. Вот тут, да, значит, по здоровью мы как-то здесь умудрились проиграть. Я не понимаю, почему. Ага, я, видимо, понял, ребята. Здесь вся проблема у нас в оборотне заключается. Он перепрыгивает. Поэтому я думаю, что, наверное, мы возьмем вот эту вот пачку. И должны с вами наказать невежд. Давайте проверять мою теорию. Да, скорее всего, из-за оборотня. Оборотень-любитель перепрыгивать. Как я говорил, моих танков, моих этих. И он может таким макаром. Ну, франки-то мы здесь победим, однозначно. Мы сильнее должны быть. Хотя не факт, ребят, смотрите. Так, ведьма, успокойся. Орет она здесь. Глотку рвет. Так. Конвейер квест завершили мы с вами какой-то. Так, давайте еще одного франки вызовем. Вот так вот поджарили. Не-не-не-не, подожди, ты куда ты? Да как же так-то? О, ребята, ну вот, в принципе, о чем я и говорил. Он перепрыгнул просто всех. Ну и, блин, ну как же так, а? Придется переигрывать. Черт подери. На самом деле, так все изейше было. Нет, он думает, что я успокоюсь на этом. Хрен ему. Только на этот раз я возьму вот эту вот команду. Да. Поехали. Никаких шансов не будем давать врагу подойти, как говорится, к моей базе. Так, Франки вышел. Ой, а кого я могу вызвать-то? Эй, давай, жаба. Жаба боевая, выходи. Ну-ка посмотрим, кто кого. Как ты? Ну, нормуль, неплохо. Давай-ка зомбаря вызовем. И лучника. Отлично. Пока все хорошо, ребят. Но мне нужен страж. Давай, 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 стражник, выходи, появляйся. Нет, ребята. Оборотень, вот здесь ты попал. Вот здесь ты не прокатил твой этот прыжочек. За что он и поплатился, ребят. Ага. Так, дайте мне стража. Вот, стража вызываю. Перепрыгивай, давай, давай, перепрыгивай быстрее. Все, дальше тебе не пройти, гаденыш-то я такой. Оборотень несчастный. На, гад, получи. Давайте притянем. И взгреем их здесь. Так, погоди, 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 нет! Жаба, выходи! Фух, вроде бы успел, ребята. Чуть-чуть там бы, и он бы перепрыгнул бы и начал бы уже бить мою базу. Но, как видите, все сработало. И мы уже бьем вражескую базу. Да куда тебе тут с нами тягаться-то, перепрыгивает он. Ну, даже если здесь пройдешь, то стража тебе не одолеть. Да, ребята. Ну, будем уничтожать базу-то или нет? Я думаю, пора, пора. Но... Да, ребята. Уничтожили в хлам просто-напросто. Так, получили последний бонус. Так, вот здесь нам еще нужно пройти. Здесь-то мы пройдем сами. Но вот здесь я как-то сомневаюсь, конечно, что у нас получится одолеть. Но пока есть энергия, ребята, будем пробовать. Здесь у нас Франкенштейн. Так. Тьма и опять оборотень прыгающий. Тут-тури-тури-тут-тут. Мы проиграли по ХП. Опять же, наверное, из-за оборотня. Поехали, ребят.
Но здесь будет еще жестче все. Как вы понимаете? На шару не пройти. Халява не прокатит. Так, кого? Нам нужно до стража, ребят, дожить. Или до жабы боевой. Ах ты, смотри, что он делает. Лучник, давай. Жаба, 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 жаба. Ух, успели. Чуть-чуть бы он бы начал атаковать уже, ребят. Ну, бомби. Хе-хе, в хлам. Мне нужен мой страж. Вот так вот. Когда страшно поле, мне уже как-то немножко спокойнее, ребят, становится. Главное, чтобы оборотень. Вот он уже идет, блин. И мои, как всегда, в куче стоят, да? Но нет, мы его подловили. Причем довольно успешно. Так, давайте по максимуму разобьем. Мне надо вызывать мою богиню. Так, присасываем. Давай. Вот так вот здесь их разбираем. И вызываем. Давай, ну. Все, пошла, родная. Жарь там всех. Ну что ты, блин, оборотня не могла поджарить, что ли? Я не понимаю. В чем проблема-то? Карточки нам просто элементарно очень даже быстро и хорошо дают. Ну, давай. Вот так. Присасываем. Страж пошел. Опять оборотень идет. Блин. Да чтоб тебя, блин. Сейчас он завалит богиню, а? Да, скорее всего, так и будет, ребята. Да, так и произошло. Делаем заморозку, продвигаемся ближе. Так, тут откат, пока нет смысла на нее копить. Мне нужен страж. Страж, говорю, нужен. Ну, блин, откаты все равно, пока откаты идут. Присасываем. Сейчас мы их здесь в ближайшем контакте порвем. Да, лучник. Ты что, что это такое делаешь? Смотри, что он тут чудит? Нифига он там разогрелся, а? Взорвали, отлично, все. Фух. Так, страж пошел. Этого уничтожили. И начинаем потихонечку разбирать уже базенку. Уже хорошо. Уже на душе спокойней как-то. Страж, там у него мало хп. Ай. Не бывать этому. Заморозка. Оп. Ускоряемся. Ну, давайте, ну пару ударов. Да ё-моё, ну что ж вы. Ну хорошо, придется богиню вызывать. Хотя нет, сами справимся. Ха-ха. Отлично. Просто хорошо, ребят. И у нас с вами, блин, заключительное. Это вот эти вот две миссии. Черт, но они очень сложные. Ай-яй-яй, очень-очень сложные. Я не знаю, ребята. Так, ну первую-то мы должны пройти. Самурай, все это понятно. Здесь, ну не знаю, нужна, конечно, здесь... Ах ты, вот оно как. У меня нет энергии, ребята. Хорошо, мы посмотрим тогда на эту пачку. Ой, эта пачка-то понятна. Нам она не нужна. Вот здесь вот. У-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну что же, последняя энергия, давайте пробовать. Это наш последний шанс. Так, энергия. Он, по-моему, сейчас начнет с самурая, да? Да, с самурая начнет. И потом уже... Хуя, вот и хуя. Ах ты, зараза, вызвал все-таки, успел. Вот как она бомбит по-жесткому, довольно быстро причем. Давай, цапля. Так, нужен мне, блин, фаербол, ребят, по идее-то. А ну-ка, вжарим. Вот так вот. Вот когда они две, это еще хуже, блин. Хуя. Давай. Бомби, пила моя. Циркулярочка, ну. Вот так вот, хорошо-то как. Вот это я понимаю. Слушайте, есть все шансы, ребята. Если он, конечно, сейчас что-нибудь не выкинет этакого. Чего я просто не ожидаю. Ну-ка, фаербол. Пэм. И добиваем. Да, ребята? Все шик и блеск. Ой, всего лишь одну миссию вот эту вот нам пройти. Она довольно такая сложная. Черт побери.
Ну что ж, дорогие мои друзья, энергии у меня нету, я на этом буду завершать свой видосик. Всем большое спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Ну а мы увидимся с вами в следующих видосиках, так что всем пока, всем удачи и хорошего настроя.